Бывшего главу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый подписал сотрудникам договор социального найма жилого помещения. Предоставленные ему бессрочное владение и пользование двухэтажной квартиры общей площадью порядка 83 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 1 миллиона 200 тысяч рублей в поселке Шилово было впоследствии им приватизировано. Совершение преступных действий, связанных с незаконным отчуждением жилых помещений, могут быть причастны и другие должностные лица администрации Шиловского муниципального района Рязанской области. В настоящее время органы предварительной следствия с целью полной объективности всестороннего расследования возникла необходимость производства обыска помещения служебного кабинета заместителя главы администрации Шиловского района. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и проверку версии о совершении подозреваемым других противоправных деяний. Дина Ислеева, телекомпания «Город».